Доброе утро. Мерседес Вита. Старый друг Витя с нами. Давненько я не ездил на нем. Нормальная машина. Конечно, вот такая коробка такая. Сцепление такое тугое, непривычное. Но работать надо. Еду сейчас на сервис, нужно тут подтянуть ручник на этой машине и посмотреть по ходовой, что где, как. Чтобы ребята проверили, а то машина долго стояла. И сейчас мы будем ее эксплуатировать. Здравствуй, малышка. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь, а, дорогая моя? Ой, родной запах. Так, что я сюда пришел? Я сюда пришел взять телефоны, взять зарядку, взять вот это. Что еще? Возможно, вот это. Еще что нам нужно? А, пару визиточек. Вот. Возьмем вот эту штучку и вот эту. И может возьмем освежитель, то так воняет в этой машине. Будешь жить. Отремонтируют тебя. И тебя вылечат, и меня вылечат. Так, сейчас наведем чуть-чуть порядок здесь. Протерем пыль, и чтоб нормально, с комфортом ехать. Так, где мой полироль? Так. Вот влажная уборочка закончена. Смотрите. Как можно так? Чистенькая тряпочка была. Вот. Видно, нет? Черная. Зато машина чистая. Все, сейчас заедем, подтянут нам ручник и поедем работать. Едем в Аргеев. Ну все, я выехал с города. И мы с вами едем в Аргеев. 40 минут выезжал, блин. Пробки везде. Еще так неудобно на этой машине, блин. Такое тугое сцепление, что у меня такое ощущение, что я кроссовок порвал себе. Плохо, нет кондиционера и этого подлокотника. Я все время так, хоба. А здесь нету ничего. Ну зато шестиступенчатая коробка. Вот этот что мудак так медленно едет. Бля, ну зачем вот? Если баба там за рулем. Смотрите, как я угадал. Да какой угадал? Тут по манере вождения видно. Едет посреди дороги, блин, 50. Где можно 90, ну как это, ну зачем? Все, заезжаем в Ставчены. Ну все, доехал я до Аргеева. По трассе машина отлично идет. Ой. Без проблем. Включил шестую и вперед. Только плохо, конечно, без музыки. Ну да ладно. Помучимся мы так. В Аргееве 3 заявочки скинем, вернемся в город и поработаем по городу еще. Всем привет с Криулян. Ой, какие Криуляны, что-то я. Всем привет с Аргеева. Катаемся по Аргееву. Вот последнюю заявочку нужно отвезти. Где бы нам припарковаться здесь? Где бы нам сунуть? Что здесь этот выгружается
Блин, можно было проехать. Давайте где-то здесь сейчас что-то посмотрим. Вот сюда мы, наверное, сейчас и вткнемся. Ну, все. Прекрасно мы справились. Все заявки отгрузили. Время у нас 12 часов 18 минут. Как я и планировал, в час быть в офисе. Здесь какая-то ошибка горит, СРС. Ну, это подушка безопасности. Зачем нам подушки? У меня это подушка этого пассажира. А пассажиров у меня нет. Конечно, переключается здесь жестоко. Yes. Вот как-то так. У меня уже здесь нога так накачалась. Буду ломать деревья ей. Душно так. Сколько градусов, фиг знает, здесь не показывает. Едем в Кишинев. Подъезжаю к офису. На прошлой неделе, когда было наводнение, ураган в городе, вот размыло здесь дорогу, смотрите ее. Весь асфальт смыло. И так это здесь дорога была конченая, так а сейчас вообще. Вот весь асфальт здесь. А вот здесь машина моя сломалась. Вот не выехал я отсюда. Хорошо, что рядом с офисом. Пацаны были рядом. А если бы где-то в городе, там на центральном базаре или еще где-то, вообще была бы жопа. Вот и офис наш родной. С прибытием. Время 1:07. Так, ребятки, время у нас 3 часа. Пошел дождь. Давай, старушка, заводись. Так, где здесь у них этот? Ага, вот здесь. Как включить? Вот так, походу. Ага, о. Зато дворники прикольные здесь. А раз. Ага, это поворотник стоят. Что, выезжаем? Все по старой схеме. Выехали с Супротена. Едем в следующий на Петриканах. И дождик прекратился. Вот это улица Мария Драган. Так, аккуратно, пешеходов не брызгаем. Поехали!
Работаем по чуть-чуть, не спеша. Пропустим этих с тележками. Ой, только, блин, так тяжело мне включать эту передачу, блин. Ощущение, что я раздолбаю до конца это сцепление, пока привыкну к нему. Что, едем на доставочку. Адрес Каисилор там что-то. Ну, недалеко, слава богу. Сейчас быстренько доедем. Так, все, фильтры мы доставили. Сейчас надо будет выезжать. Там, походу, нет разворота. Ух, как я ее втыкнул. Спасибо, наши постоянные клиенты. Сдачи у меня, к сожалению, не было, и они оставили мне на кофе, чай 15 лей. Спасибо. В следующий раз сделаем им скидочку в 15 лей от себя. Так. Что ты там ругаешься? Так. Так, есть первое. Что, едем на ботанику, есть еще одна заявочка, и на сегодня рабочий день закончился. Это переулок Каисилор. Если на русский переводить, то переулок Персиков или Персиковый, как-то так. Чисто. Выезжаем. Улица Колумна. Едем на ботанику. Так, так. Оп, оп, по ямам, по ямам. Аккуратненько так. Все, перестраиваемся в этот ряд. Переключаемся, но не сразу получилось. И на разворот. Выехал на улицу Михаил Витязу. И сейчас едем на Албишару, на Мунчешты. И будем на месте. Все, выезжаем на улицу Албишара. Здесь хоть минимум светофоров и полегче проедем. Озерцо. Время 4 часа. Что здесь? Не могут... Слева речка Бык. Небольшая пробочка, но это не страшно. Иногда она начинается аж от моста. Не знаю, видите вы мост, нет? Да, и... Не видно. Так что ничего страшного. Минут 5. И проедем. Последняя заявка у меня здесь на Подурилор. И все. На сегодня хватит. Время 4:30. Все, по работе мы закончили. Осталось последнее и самое долгое, и самое нудное дело. Это заправить этот мерс. Там у него какие-то проблемы с баком. И, в общем, не течет быстро солярка. Нужно, короче, держать вручную на минимальном напоре. Сейчас потратим здесь минут 20, наверное, как минимум. Интересно, а мы так сможем проехать? Очень надеюсь, что можем. Чтобы не выезжать на Мунчешты, потом опять заезжать на заправку эту.
можем. Так, куда бы нам встать? Наверное, вот сюда, чтобы мы никому не мешали, а то мы будем здесь долго. А бак с какой стороны? Походу, стой. Вот так. Облом. Бак слева. Ну и ладно. Ну все, я заправил полный бак. Конечно, долго мы заправлялись. Да давай поворачивайся. С меня заправщик вот так прикалывался. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. А я еду домой отдыхать. Все, пока.